была победа над Слованом со счетом 6-0. Качельные результаты. Дома было принципиальное поражение от «Витязя», от нижегородского «Торпеда». Дуец, Алямин, оборонцы. Ирушин, Таратухин, Нестеров, форварды. Берет инициативу на себя. Передача на пятачок. И не самый убедительный пас, но атака «Авангарда» продолжается. Не самый убедительный, потому что никого на пятачке не было. Шайбу. Чемпион мира последнего разлива. В «Северстале» выступает он под 40-м номером. Танцев получает две штрафные минуты вот за этот инцидент у борта. Сейчас получился, нужно возвращаться назад. Шипачев. Хорошую скорость набрал. Оставление. Бросок. И Кетов открывает счет матча. Капитан «Северстали» отличился. Попал в дальнюю девятку. Он, Кетов, забрасывает четвертую шайбу в нынешнем сезоне. Какой же изящный пас осуществил Шипачев. Причем на тоненького мог быть защитник шайбу перехватить. Свой бросок мимо цели. Ну, и чуть-чуть еще, по всему прочему, мне показалось, шайбу зацепила Рейзли. Один прессингующий обязательно встречает. Киселевич, хороший перевод шайбы в атаку. И у Кетова был второй момент в матче. Первый дотягивается до снаряда и останавливает встречу. Красивый момент и повтор с идеальной точки. Но в голу дал кипер национальной сборной. И если Кошечкин поймал кураж, горчить его бывает весьма и весьма затруднительно. А кураж он, судя по всему, поймал. Не со словом. Бросает Нестеров. Чертовчане здорово вот в данном эпизоде выиграли борьбу на пятачке, а здесь Кошечкин отбил в нужную. Сейчас ведет борьбу на пятачке. Мозер на Иванова. Шипачев отрабатывает в обороне. И сейчас острый момент. Иванов сравнивает счет в матче. Такую красивую дугу он описал за воротами Кошечкина. В падении. Красиво. Шайба послана под ловушкой Кошечкина. Я, честно говоря, думал, что Василий успеет выставить щиток, а он почему-то решил сыграть ловушку. Но до перерыва еще есть время. Нурдинов с неудобной руки. Если шайба осталась в игре, если шайба перед воротами, то нужно будет сейчас уже, можно сказать, комбинация. По крайней мере, Костицын и Фролов играли в пас. Шипачев качнул соперника и попал в дальнюю девятку. Не удалось справиться гостям с первым звеном. Теперь это уже можно констатировать. Одна шайба вроде как не считается. Первое звено ударное. Хорошо, что больше не забили. Но когда две шайбы пропущены в таком важном матче, это уже о многом говорит. Чуть ворота потерял Рейзин. Возможно. Кетов с Шипачевым набирают 2 очка в сегодняшней встрече. У Шипачева 7-я заброшенная шайба, 15 очков он набирает, Кетов 12. Попытка сыграть индивидуально не приносит успеха. Кетов набрал крейсерскую скорость. Бросок и угол острый. И Рейзлик успел переместить сменную физику. Он дает. И самое главное, что хоккеисты привыкают много, упорно и усиленно тренироваться. Похвалим Рейзиха. Доиграл эпизод до конца, закрыл ближний угол. Можно бросать.
Северсталь в полном составе. Заборский и выдающийся сейв Кошечкина. Паринена. Да, это был выдающийся момент. Заборский не имел права промахиваться. Шить встречи, даже если сумеет «Авангард» перевести игру в овертайм. Две заброшенные шайбы. Красивые. Бросок и гол! Счет в матче сравнялся. Антон Белов! Умница, выстрелил и прошил Кошечкина на последней минуте третьего периода. Наконец получилось отдать шайбу защитнику таким образом, чтобы он и замахнулся от души, и соперник был на достаточной для броска дистанции. Антон Белов забрасывает седьмую шайбу. И у нас лидер среди защитников, снайперов. 7 шайб он забросил и опередил. Ну, давайте об этом чуть попозже. Хорошо сыграл Рейзвик, выкатившись из ворот. Игра в формате 4-3. Работал в атаке, но, может быть, повезет сейчас. Бросок и Кошечкина невозможно переиграть. Это были победные встречи, 3 последние победные встречи. Шипачев до последнего тянул паузу, но Рейзвих не купился. А рейда к чужим воротам. Заборский. И пробивает Кошечкина, 67-й номер. Словак. То есть Кошечкина обхитрил, но Низин посылает шайбу. Счет в серии после матчевых буллитов сравнялся благодаря Нурдинову. 1-1. Вандель не сумел переиграть Рейзвиха. Сбросил скорость перед воротами «Авангарда». Пытался с неудобной руки послать шайбу. Нурдинов. Бесхитростно. Фиаско постигла 17-го номера Череповецкой «Северстали». И гол! Отпущена была шайба, и это дезориентировало Василия Кошечкина. Костицын посылает шайбу в ворота «Северстали».